Всем добрый день, новый выпуск на канале. Не показывайте это видео украинцам, не показывайте это видео в Украине, у них будет шок от того, что такие вокзалы бывают. Как будто, знаю, я только что сошел с поезда, все интересно, все красиво. Представьте себе. Знаете, какая это Москва будущего, ей-богу. Ну это просто пипец, как интересно. Вот такая лесенка. Там вокзал. Здесь главное устройство. Главное, ребята, это видео не показывайте жителям Украины. У них будет реальный шок. Что так бывает. Представляете, как может быть в Москве, в Мордоре, отсталой России. Таких качелей я еще не видел. Чтобы вы понимали, светятся качели. Вообще зачем, почему, непонятно. Но прикольно, смотрится прикольно. Москва начинает светиться. Это те же самые качели издалека. Прикол. Пипец.
знаете, это какая-то Россия будущего. Вот честное слово, Россия будущего. Два слова. Все просто, понятно. Всякие штуки стоят. Интересно. Много машин, редко автобусы ездят. Нам бы в Украине так, только была бы Европа. А у нас пока, знаете, никак. У вас забор стоит, кто-то за ним строит. Давайте еще раз посмотрим. Что делают в России? Кстати, вы впервые приехали в эту страну и видите все это. Думайте, что это вещи, ребят. Местами только сейчас начинает загораться подсветка. Скоро Москва засияет, как говорится. Это очень крутой город, ребята. Аналогов ему мало в мире. Они, конечно, есть, но их мало. И примерно вот так происходит встреча туриста в России, города Москва. Ну, представьте, что вы сошли с поезда, и вам надо куда-то идти. А у вас все вокруг вот такое. И у вас глаза разбегаются, куда идти, куда не идти, кто его знает, да? Да фиг его знает, куда идти, ребята, сам не знаю, куда идти. До метро бы дойти, домой бы поехать, да? Как говорится. Ну, пока только вот так. Зато как есть. Вашими глазами, так сказать, посмотрим на Москву вокзальную. Мне кажется, я сейчас шаурму схожу, поем, и Москва вся зажжется в огнях уже к этому времени. Темнеет быстро, снега, пасмурно. Где я, кстати, нахожусь? Пойдем здесь. Ну, чтобы вы понимали, мы с вами ушел, когда ехали гулять по Москве. Покрытие московский трафик. Это воскресенье, это не будний день. Чтобы вы понимали. Самое время перекусить. Ребята, я перекусил как следует вкусной шаурмой. На этом моменте я, наверное,